161 предприниматель Нижегородской области получил в прошлом году статус социального. Из них всего 21 из Сарова. По словам директора Центра поддержки предпринимательства, на самом деле их больше. Просто не все знают, что их деятельность относится к социальной. Зачастую бизнесмены совмещают в своей работе несколько направлений. Для получения статуса социального предприятия нужно, чтобы доход от этого вида деятельности был не менее 50%. Это те предприниматели, которые трудоустраивают социально незащищенные слои населения, те предприниматели, которые предоставляют услуги или реализуют продукцию непосредственно для социально незащищенных слоев населения, те предприниматели, которые реализуют продукцию услуги, производимые социально незащищенными слоями населения. И так называемая группа, которая несет пользу обществу, четвертое, это выполнение общественно полезных работ. В реестр МСП предпринимателей включают автоматически, а вот для получения статуса социального предпринимателя нужно будет самому собрать необходимые документы. Список можно посмотреть на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. По общим правилам областным, да, документы необходимы предпринимателю самостоятельно, оригинал документов предоставить в Нижний Новгород на рассмотрение комиссии. Но у нас есть определенная договоренность с нашим министерством. Никому в Нижний ехать не надо, мы собираем пакет документов и направляем туда. Заявление для включения в реестр социальных предпринимателей нужно подать до 1 мая. В Центре поддержки предпринимателей готовы оказать всестороннюю помощь бизнесменам при оформлении необходимых документов. Официальный статус социального предпринимателя дает возможность бизнесу получать дополнительную государственную поддержку. Наша цель, чтобы саровские предприниматели, которые действительно являются социальными, смогли подтвердить свой статус. Что это дает? Да, на уровне региона рассматривается вопрос льготных ставок по упрощенной системе налогообложения для социальных предпринимателей, снижение ставок. Это очень хорошая мера поддержки. Различного рода имущественная поддержка. Это с минимальным платежом получения муниципального имущества. Подробнее о преимуществах, которые предоставляет статус социального предпринимателя, смотрите в рубрике «Без комментариев» на нашем канале в YouTube и в эфире телеканала «Саров-24». Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.